Ну что, ребят, здравствуйте, всех приветствую. Мы начинаем играть в очень прикольную игру, как по мне. Одну группу из этой, как сказать, вселенной, из этой трилогии мы проходили уже. Мне она понравилась, хоть она и старенькая, да, с своими там багами, своими, так сказать, нюансами. Вот, но очень понравилось за то, что, типа, ну, есть идея и вообще, в принципе, за сюжет, да, прикольный. Вот, за боевку, да, там, хотя она была такая чуть-чуть под сомнением для меня, но мы проходили не на низком, да, блядь, уровне. Сегодня мы с вами проходим, начинаем проходить Star Wars Battlefront 2. Второй, да. Battlefront, просто интересно, что за игра, всегда, ну, видел трейлера к этой игре, и мне очень интересно, как она выглядит. Очень интересно, что это, блядь. Очень интересно для себя понять, что это вообще за игра, и просто хочет опирать и пройти. Если он зайдет игра, мы пройдем ее полностью. Поэтому, Саш, поудобнее надевать пледик, прямо пить только уж, прямо шпить кофе пить или питья воды при одном просмотре. А мы начинаем. Так, собственно, что у нас здесь? Ну, давай, компания, 100% сразу. Основной сюжет. Возрождение. Опа, это что такое? Ну, я понимаю, что такое основной сюжет, да? А что такое возрождение? Ребят, кто, ну, знает, да, кто-то там, может, ну, видел полностью прохождение. Я просто не играл в эту игру, в принципе, не видел прохождение, просто видел трейлер, да? Вообще, что такое возрождение-то? Что это такое, блядь? Типа, продолжение основного сюжета или, типа, какие-то, не знаю, просто как... Ну, как DLC, либо работа, либо это просто как отдельный какой-то режим, не знаю, и все. Ну, сюжет, конечно же. Вот это. Я еще заходил просто, да, посмотреть, что за игра. Ну, так как работает, он потом, так что не переживай за это. Да, конечно. Взять компанию. Исследовательство. Концентрируясь на сюжете, в игровом мире не отвлекаясь на сложные сражения. История Эден Версио. Версия, нахуй. Версио, где вас ждет суровый, но честный бой. Спецотряд. Сражались без жалоб с врагами с настоящим приключением во вселенных. Ага. Ну, бля, честно, я бы прошел вот на третьем бы. Как думаете? О! Эти настройки можно всегда изменить в меню паузы. Ребят, давайте я выберу второй, а вы напишите третий. Второй. Я прошел бы вот на этом, чисто для контента. Но чисто и для своего же кайфа, там, да, для своего же комфорта. Для того, чтобы, ну, не так сильно агрессировать, да, и, ну, как сказать, просто с удовольствием пройти данную игру, я прошел бы на втором уровне сложности, наверное. Вот. Что, наверное, и сделал. А вы напишите, если хотите, блядь, ебать контента, нахуй, то, конечно, вот на это поменяем и ебаный рот. И вот так вот делаем, да. Боец собираем. Ну, лицко. Мне даже интересно, чем проще, на клавиатуре играть или на геймпаде. На геймпаде, но я буду на клавиатуре, мне похуй. Наконец-то, блядь, загрузилось, нахуй, это пиздец. Нерушимая вера. Эден Версио. Эден Версио. Inferno Squad. Отряд Инферно. Ой, батя, Мираж есть. Отдаст два. Командир Версио, полагаю, вы очень важны. Look at me. Посмотрите на меня. Пошел ты на... Хорошо, давайте говорить по существу. У вас есть код активации. У меня возможность помочь вам. Просто назовите код. Знаете, вы бы нам здорово пригодились. Все просто. Помогите мне, я помогу вам. Так или иначе, я получу то, что мне нужно.
Вашего дроида сейчас взламывают мои лучшие техники. Right now. Блядь, прикольно, да, сделано? Графика прям достойная. Подумайте, все, что мне нужно, код. Реально, графика хорошая, освещение классно сделано. Мимика тоже прикольно сделана. Прикольно, прикольно. Нихуя себе. Right. Вы правы. Империи пришло. Время империи пришло. VZ-626. Эй, ебать, мы что за дроида будем ебашить? О, ебать, ты кто? Не, блядь, лягушка нахуй, отъебись от меня. Отстань от меня, лягушка, ты. Ты кто вообще? Мужик, ты лягушка, отстань от меня. Как там? Сосать нахуй. Лягушка, блять, что за? Блять, кто это нахуй? Ну сейчас же корабля из компьютера затем. Ага, хорошо, постараюсь. Давай. Это камера, да? Это наша. Окей. Что ты, блядь, слышь? Ой, все нахуй, ты ничего не вспомнишь, мальчик. Ой, блядь, здесь какая-то хуйня. Я понял, окей. Да-да, мужик, я тебя понял. Это баг, вообще не баг. Нам сюда, так мимо, больше не нужно? О, подожди. Сюда, блядь. Опа. Найти коллекционный предмет. Да-да, блядь. Бать, ты кто нахуй? Так, хорошо, что у нас здесь с вами еще? Давай вперед. Давай ты, блядь. Оф, пожалуйста. Волюме, нахуй, свое волюме, ебать. Не будем открывать, хорошо? Давай, let's go, нахуй. Ой, блядь. А, я понял. Сосал, блядь. Ловушка. Так, и чё, каким образом? Скрытая шкала обнаружения показывает растущую настороженность повстанцев в вашем присутствии. Заполнение шкалы означает их полную боеготовность. Сосать. Блять. Давай. Тебе показалось, блядь. Ну я так и понял, блядь, что здесь такая хуйня. Ой, блядь. Ну и подъёбку, согласен, извини.
Что? Ну, блядь, что? Let's go, нахуй. Что мне следовать-то, блядь? Стань нахуй. Что, блядь? Сосал ты, ебать. Что, блядь? Ну, ладно. Пока что изично, пока что изично у нас. Пока что, ебать, изично. Ты вовремя. Пошли. Пошли, ебать. А, нормальная тема. Ох, бля. Давай, let's go. Бля, какая, смотри. After that, we'll figure out what to do with you. So, until then, just sit down and be quiet. На нахуй. А можно лут? Лут можно мне? Шок позволяет избавиться от врага при полностью заполненной шкале. Прицелившись в уязвимое место, с его помощью также можно вывести из строя технику. Меняй шкалу путем нанесения урона, совершения выстрел в голову или на незаметное убийство. Еще понял, шоком можно нормально, окей. Можно мне лут, пожалуйста? Мать, а можно мне лут? Ты можешь мне лут дашь, я не знаю, блять, просто с пустыми руками ходить? Мать, какой-то нахуй чел, блядь, еще. Кто, бля, ёпты? Близняк, не слезняк. О, наконец-то, блядь. Блядь, хоть пистолет, блядь. Да ну нахуй. Не, ну вот это меня это не устраивает. Вот это ебаный ебать. Ты прикинь, от первого лица. Изи нахуй. Бля, о, еще проработан вот эта тема, блядь, что. О. Ой, блядь. Давай нахуй. Scan the area.
А с них лут нет? Понятно. Бля, как будто бы, знаете, как будто бы... Управление. О, самое то. Так, let's go. О, о. I can't believe it's finally happening. Don't get too excited. We're probably flying into the biggest battle we've ever seen. Watch it! Где долбоёб? Минус. Давай, рещи, блядь. Ой, блядь, что? Опасная хуйня. Deleting the message will trigger their alarm. Be ready for extraction. Understood. Ты видал, какие хедшоты, ебано? Кто так еще умеет? Прикольная игрушка, мне нравится. Вообще в пизду, нахуй. А кто она вообще такая? Нам расскажет ее предысторию? Может, вот это, возможно, прикольно, вот такая тема? Давай, ебать. О, сюда. Папочка любит такое. Ой, блядь. Сосать нахуй подано. Погнали, блядь. Погнали, блядь. Ёбок, ебись. Бля, брат, восстанавливай. Мне бы их видеть всех. Поехали. Все нахуй. Давай сразу перезарядим с тобой. На всякий случай. Открыть или закрыть дверь, слезть по панелям. Сосать, ёбки, блядь. Show me threats. Need to disable. На нахуй. Давай, уёбки. Ой, блядь, что вас тут дохуя? Это ёпта. Всё нахуй.
А тут нет такого, да? Двоих сразу, прикинь, ёбнул. Нормальная тема. Где консоль от него? Ладно, мать, мне тебя очень жаль. Честно говоря. А, сука. Подъёбка, блядь. Ой, блядь. Интересно, блядь. Все нахуй. Давай, на, блядь, сосать подано. Бля, здесь никаких консоль нет, прикинь. Понятно. Консоль-то нет никакой, блядь. Давай, 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 давай. Да, бежим, 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 мать. Бежи, беги, 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 нахуй. Бля, можно мне какую-то консоль здесь чешу, я не знаю, что. Ой, блядь. Что, а здесь не дохуяли слишком? Блядь, а как мне закрыть-то вот, вот эту тему? Просто видите, нигде нет консоли. Что за хуйня? Понял, командир, готовьтесь к эвакуации. Сосать просто. Просто как, я просто так и не понял, там я не видел консоли, нет консоли, блядь. Нормально. Нормально. Интересно, кто она? Красивая игрушка. Не знаю, выгонок выйдет. Без потери. Вы хотите пока что? Ой, я потерпел, подожду. Агент Мико, отличная работа над расчетами прыжка. Спасибо вам, надеюсь, спасток был удовлетворительный. Бывало и хуже, помню, что женят джабисов. С тех пор у кошмара сладца. Свяжись с адмиралом. Есть командир. Что вам передать? Данная дислокация флота в безопасности. Сегодня тебя же будет подавлен. Да уж. Оф. Красиво, красиво. Прикольно сделано. Красиво, блин, мимика классно сделана. По камере на первый позже. По камере на, блядь, позже. Может завтра, блядь, все-таки. Пока мне на первый взгляд все сделано довольно-таки прилично и красиво. Что такое на нахуй, да? О, блядь. Пиет, глупец. Сними меня, создаем инферно. Мы где-то гуляем, ёпт. Команда Версио, докладывайте.
Вижу поисковую группу повстанцев, адмирал, однако мы опоздали, диверсанты уже ушли. Как у тебя дела с генератором щита звезды смерти? Хуже, чем я предполагал. Его уже не восстановить. Значит, наша повстанция уязвима. Разберитесь с повстанцами и возвращайтесь на корпус. И план оператора будет исполнен. Да, так точно, сэр. Что, да, блядь? Как, за мной агент Мика, что-то там еще, блядь. О, нихуя, снайпер, ёпта, дай-ка мне снайперку, блядь. Опа, нахуй. Она на цель прямо... По курсу, понял, командир. Так, у нас только одно оружие, да? Жалко. Собственно, давайте, знаете, что сейчас с вами сделаем? Да, я понял. Хорошо. Давайте, знаете, что с вами сделаем? Мы здесь, с контрольной точки, что ли? Здесь, конечно, с вами остановимся, да, сохранимся. Спасибо вам за просмотр, ребят. Да. Да ебать, да сказать! Всем вам за просмотр. Такая вот игрушка на прохождение появилась у нас на канале, поэтому если вам понравится... Да рот закрой, да свой! Блядь, дай мне сказать. Блядь, короче, такая игрушка была на прохождении. Такое ощущение, что прошел. Нет, я просто посмотрите, если вам зайдет игра, вы проявите активность свою, то мы ее пройдем до конца. Вот, поэтому спасибо за просмотр еще раз. Телеграм-канал на ваших экранах, ссылочка в описании, там инсайды и уведомления о видео. Просто вам было удобнее, просто все. Вот, подписывайся на канал, ставь лайк, тебе не сложно, мне приятно. Спасибо огромное, кто это сделал заранее, и на Телеграм тоже, кто подписался, спасибо заранее. В принципе, все, увидимся в следующих сериях. Давайте.